360 делаешь? Армянский дрифт. Отдал, говорит, блядь, мигрантам машину, в итоге распилили и сделали лодкой. Здорово, друзья. Привет. Кстати, красивый вид сделаю. Витом, ты пиздец, как ты хочешь. Ну, давай, делай. Давай. Короче, ждем, пока высохнет пена. Полируем салон пеной. И тесты делаем. Тебе кошку завел через 2 часа. Это через час на воде, брат, да? Походу вышел, как там. Вашу, брат, землячку. Выцепил, понял? Смотри, какая сильная. Через час же будем. Да, будем на воде, да. Через час? Через час на воде будем. Ждем, пока высыхает все. Главное, чтобы под водой не быть, брат. Вася, это пранк. А ебать, да? Брат, как жарко на улице, какой кайф. Настроение поднялось, знаешь? Посмотри, Иван. Ребят. А это чисто, знаешь, Пожди. Пиздец, охуеть, какие-то фотки будут. Умоляю, киньте в телегу. Умоляю, говорит, киньте в телегу. Блядь, брат. Кто? Я... Руки на... Дай один. Не, брат, ты че, ебаный? Они все невкусные будут. Вася, одну вытаскивай. Я остальную обтубанил. Не, тихо. Здесь все. На. Нет, пошел. Не, я же на все взял. Он на все взял, видишь, а ты крысу же. Не подумал я об этом. Это тебе. Ренат, не давай только. Он уже ел. Это тебе. Это тебе. Ну, тебе вообще не переваривай. Так, плюс 2 есть у меня уже. Будешь, брат? Похава, брат. Плюс 3, брат. Этого не буду предлагать. Все, брат, а один остался. Так, брат, так сладко, понял? Сейчас еще нас приедет. Натуре. Да. Да, там уже. Себе в лицо там. Нацу выраем. Оу, деда смотра. Оу, пиз. Так, короче, смотрите, пацаны. Вот обзор. Курди, ес. Вот так выглядит наш чертолет. Надеюсь, он сегодня поплывет. Ну, кто там, сомнений имеет, что он там, ну, жестко держится. Вот. Ну, бетон. Просто, ну, вот. Ну, просто он же там уже приварен. Это я не буду трогать на всякий случай, потому что лопнет на все это. Ну, вообще вот. Ну, чуть ход есть у него, естественно, у передних есть чуть ход. Чертолет наш, блядь, слышишь? Вот такая у нас атмосфера. У нас онлайн-зрители тоже есть, офлайн. Вчера предлагал? Жара где-то градусов 800 сейчас. Лагает YouTube? Не беда! Дед из Якутска решил эту проблему. Заходим в App Store, пишем Дед VPN и скачиваем. Это самый быстрый VPN на просторах интернета. С ним заработают все соцсети, банки и YouTube в 4К. Скорее скачивай по ссылке в описании или закрепленном комментарии. США, жди нас, мы едем. Переплываем вон на той стороне США. Это вот контрабандисты. Вот. Это пацан с Пальмиры прямиком прилетел, чтобы на меня... Так, давайте просто, сейчас нужно будет, друзья, задача просто пернуть его, чтобы она... Его понесем туда? Не, просто пернуть, чтобы загерметизировать салон, брат. Так, нам нужно такое аккуратно сделать. Стой, ножик. Да ничего с этими бочками не будет, просто держите и все. Давай, идем, брат, идем. Давай. Да все, чуть пошла. Назад, ломает ее. Ломает ее. На два колеса, на одну. Назад. О, четко, вот там крат бомбовый. Все, все старое, все четко, она падает. Она весит, ну, дай бог, брат, 300-400 кг весит максимум. А я сяду в кабриолет. Вот и садитесь. Еду на эти колеса. Все, бомба, брат, все лежит. Ой, нет, все, брат. Попробуем волоком. Не, сейчас не надо, рано, надо загерметизировать весь салон, брат. Вон там до хрища дырок, брат, получится тогда. Куда-нибудь. Все, погнали монтажку и бомбить. Не по... Подожди, там какая-то внезапная суета, что? А? Куда? Камеру убери, да, там? Надо. Это нормально. Правую ногу за голову, делаешь. Подожди, они оба базовые боксеры, что? Я так понял. А я просто, брат, полный. На прогиб. Все, забрал, Равж забрал. Равж забрал, базару нет, брат. Школа не мата, блядь. Он как все выкинул. Я как будто видел, он пятерку так положил. Понял, чисто спокойно. Молодцы. Рот, руки убрал. А вот завтра мой брат на льняной рубашке. А вот выезжает на М5 и в 90 красный. Очки вытри. Диски. На пачку, чисто. Диски. КС нет, я на варфейсе. Пленка за сколько?
вообще это. Еще одно слово в мою сторону, я напишу заявление и все, мне сейчас все. Напиши заявление. Меня заявили, уважаю, блатная романтика, мне похуй. У меня прописки нет. Я становлюсь цивилизованным человеком. Каким? Цивилизованным. Тебе пилы, ты ебан становишься. Вот за эти слова будешь отвечать в суде, понял? Извини, пожалуйста. Ну не пиши заявление, умоляю. Все готово. Что, давайте с Богом, братцы, погнали. Кто это? Свобода, рай, как мужчина, давай. Раз, два. Изи. В легкую. Держится, рад. Сэм, пусть Сэм залезет. Бля, двери заварили, я не могу залезть. Запрыгивай. Запрыгивай. Блин, если он ебается. Ты запрыгнуть хочешь прям? Да. Давай. Эти кроссовки расстой, все. Да похуй. Сними, на всякий случай, если вдруг не пойдет, в кроссовках тяжело будет. Дай мне год, короче. Запрыгивай, я тебе стрим дам. Да, тяни обратно его. Потяни чуть сюда ближе. Тяни, тяни, тяни. Давай, 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 давай. Лезь, Равш, давай. Телефоны у тебя есть? Давай телефоны сюда мне. Лезь, лезь, лезь. По боку, оба. На. А что, у вас сомнения были? Да. Видишь? Да. Так, пацаны. Слышишь? Да, здесь тонет. Сэм, проверяйте. Есть сколько воды? Это от тебя, а не вот щелочки идет. С какой? Или это вы принесли с собой? Нет, брат, и вот, вон, ебать, смотри. Это звери. Сэм, Раш, да. Поэтому ты ее там топишь, брат. Все, все, да, все, да, все, да. Все, 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 все. А теперь отталкивай нормально, сильно толкни. Все, проверка трасса пройдена, брат, давайте. Надо. Сколько воды внутри, брат? Нормально. Нормально. Нормально уже? Вот так. Давай, да. Туда, туда. Поехали! Да. С Богом! Плывем! Плывем! Кто-то сюда сядьте, сюда, 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 сюда. Да, чтобы мотор было больше. Да, 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 да. Брат, да, мужчины сядь. Красавчики. Воды. А подачу. Дороже это ничего не будет, знаешь, что здесь чуть воды. Ты что, сколько там воды на глаз? Литров 5. 5 литров? Да. Да это хуйня 5 кг, брат. Нахуй даже не делай, брат. Ебать, хуярим, бач. Че, пацаны, мы обещали, мы сделали. Стая даблю-даблю за лето. А вы не верили, ёбана попана, брат. На абордаж сюда, берем на... Это маш катер. Ну как он же на бензине сидит? Надо чуть, чтобы их навесили, да. Ай, хорошо идет. Вот в течение привозь. Разогнались, понял? Вот же он. Ай. Буксует, буксует. Так, брат, до Байкала доплывем. Давай пойдем подсох на борт возьмем, попробуем. Нам бензин хватит? Бог, интересно просто будет, если мы тут кучей будем, как он поедет, понял? Хотя бы таджика попробуем, потом мы покатаем. Давай туда и обратно сразу. Давай. Вот он, берег, пацан. Все. Ебать, нихуя мы уплыли, блядь. А, ты не видел, да? Нет. Незаметно, блядь, ебать. Отсюда, если хотите сфоткаться, вот сюда приходите. Вот здесь. Наплывут, брат. Со всеми сфоткаемся. А, там таджик! Ебать, тут так-то нормально затекло. Брат, давай, 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 поработаем. Пока здесь находимся. Давай, сейчас надо двухлитровую. Там ведро есть какое-то? Дай Байкала, брат, Байкал, дай Байкал. Слушай, а чё? Байкал. Слышь, похуй, давай все вместе. Давай, кидай, 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 старый, кидай. Залазь, похуй. Надо. Залазь. Да. Ох, ебать, нас разворачивает. А чё вы делаете? Чё нас разворачивает? Нам не в ту сторону. Нам не в ту. Куда плывём, скажите просто. Переплывём? Вау! Вась, мы не тонем? Вась, вода начала забегать сюда тоже. Похуй, брат. Похуй, я плавать не умею тоже. Там плохих парнях было, мы вместе. Что-то сам вместе умрем. Осуждаю, да. Брат, да хуй место там он плывет. Да куда? Впереди да хуя. Мы застряли, брат. Блин. Теперь сели, брат. Здесь нет двери. Мы в истории! Да, рам. Да, покури, брат, брат. Да, сюда, да? В салоне не кури, блин. Кто-то, не видишь, ладно, салон? Алказара, салон! Блин, мы поплыли! Как проверить, Алказара или нет? Да, да. Алказара, брат, Алказара. Оригинал. А что, у нас трава горит? Да. Пацаны, после этого заплыва официально объявляю мой карбосный дьявол.
Молодые факсы, встали, поднялись, нахуй! Дамы и господа, наша поддержка трибуны. Иж ни при жизни не подводил. Ни на воде подводил, братан. Ни, блядь. Давай следующий шоу самолет, нахуй, из машины. Самолет из сделаю, брат. Че, как вам? Пойдет, когда войдет, да? Пацаны, самое главное, что мы сделали это когда? С первого раза, с первого. А вы в нас не верили. Пол школы собралось. Пошел! Сурбек! Брат, брат, можешь по-братски не снимать, у нас просто съемки. Да он шутит. Пацаны одеты, обуты, вы в натуре, смысле, нормально, где донаты? Кто где? Сэм, теперь ты можешь так ягуары, да что возить через этот, через океан машины? Уже? Твой также приплыл? Да конечно такое сиденье поставил, еще и со спинкой. Нам некомфортно, Сэм. Че, чел который? Подожди, там чел, который сейчас Сэмом сказал, если она поплывет, то он ныряет. Опа! Опа! Оставьте холодно. Без шуток холодно, брат. Бывает эмоции, брат. Все мы пи***болы, нормально. Не все ты. Один раз показываю на воде кондиция. Давай. Блядь, стой. А? Дал, я на суше его ловить не могу. Смотри. Делаешь. Небо над землей. Кидай телефон. Давай твой. А мужчина его... Дай, раз твой. Итак, 16-й выходит, ты богатый, за***. Ребят, сейчас кто хочет страшно сфоткаться, можете фоткаться, нормально. Делайте! Ты какая, сука, мушара. Не зови. Смотри, реально все, все, пошли. Все. Пацаны, побрать кроссовки, аккуратно. Наши вот курты, видишь, виднеется, отвечаю. Смотри, пацаны, на стиле, понял? И смотри, видишь. Хорошо. Смотри на них, вот, бродяги, чист, смотри. Та урод, еб***. Вот это наш, смотри. Курты вообще по***. Они сейчас думают, сейчас пятница, понял, еб***. Да, давай выйдем из воды, и так болеем нахуй. Сэм, по-братски, можешь быстро на Прикубанске в Табри заехать? Я хотел сказать, на стан поедь, тачку привези мою. Конечно, брат. Я ж говорю, видно, понял? Видно, бродяги. Тоже с Рошаном фоткаться пришла. Пацаны, а в теории за эту хуйню может водная полиция, или как она называется, береговая охрана, что-то сделать? Просто интересно. А, Сэм! Делаешь? Да, нет, да, нет. Да, да, да. Ну и что, мы ничего не знаем. У них романтик. Водные ГАИ. Нужны права лодочные. На самодельную штуку, брат? Сын на каких кайфах? Сын боком уже дает, смотрите. Ты что, боком даешь? На него. 360 делаешь? Вась, ему лишь бы понял, что там уехал. Да, да. Чел пишет ДПС ВД, обратите внимание. На него как по мили ебашим. Армянский дрифт. Отдал, говорит, блядь, мигрантам машину, в итоге распилили и сделали лодкой. Полицейские мои, братья мои, друзья. О, пизда, Сэм, за тобой! Курди, приехали. Вах, мы как плавали, ра. Молодцы, ра, молодцы. Сейчас приедет газель, мы сейчас все уберем. Не переживай, все нормально, будет у нас всегда идеальный. Все убираются, ошалеть. Это что, помощь аудитории, что ли? Да, следующий год, Маша, взлетаем. Подожди, подожди. Да, лопасти с нами, взлетаем на следующий год. Ну согласитесь, дали вайба летнего или нет? Был, присутствовал? Лето все-таки продлили мы? С нами продлили лето или нет? Спасибо большое, что смотрели, кто поддерживал, кто нервничал в чате, кто кого забанили, нужно разбанить. Потому что мы столько, брат, мы столько сил на это потратили, просто поверьте. Ну, это чуть сложнее, чем 2 часа стримить дома. Ван, 3. Чуть сложнее. 70, сколько? 80, 90 часов было простримлено. Брат, соревнований не было, да? Но был свой кайф даже. Да. Вообще особый кайф был, я бы сказал. Ишь, легенда. Да, я только что пацанам это говорил. По факту, это все он сделал, брат. Мы ни при чем здесь. И травил лес. Все выебал, брат. Он все выебал. Единственное, что он застрял, ну там реально, брат. Ну там пиздец. Да? Да, брат, конечно. Конечно, ты арбуз приносил, даже? Да, а зачем вы его сломали? Вот вопрос твоему старшему брату. Вот, зачем вы его сломали? Арбуз купили? Не, арбуз. Я кондицию делал. Брат, зато стой, давай так. Если мы съели,
Ну, он бы переварился, понял, через жопу, извини меня за выражение, жопу вылез бы, да? А тут, брат, он на стриме контент завез. Он, как я тебе объясню, запомнился твой брат. Ты не понимаешь, брат? Тут серьезно, брат. Теперь прикинь, брат, у тебя все будет вспомнить. Мой арбуз Равшан кондиционер сделал. Ой, кондиционер. Мой кондиционер. Ты зачем арбуз сломал вот так? Иди скажи, что-нибудь. Ты зачем мой арбуз сломал? А где Усь? Где Усь? Усь он у меня дома. Так, смотри, брат, не обессудь, на, стой, как тебя зовут? А, Артем. Валера меня зовут, очень приятно. Валер, телеграм-канал для гуся. Гусь стаи, вот так делай. И, а что, каждый день, ладно, каждую неделю, живой, мертвый там и так далее. Что делаешь, Гусь? Как он? Подпишитесь. Да. Давай, нюху. Давай прямо сейчас создам. Делай, давай, да. Реально? Что ты что сделаешь за магия, брат? Не-не-не, ну верни, заблокируй. Паша, ты видел что-то? Слышь, Гусь, ты видел Android? Нажми, а ну. На, вопросы есть? С экрана айсблок сделал. Face ID. Давай, давай, брат, ждем. Опа! Сюда. Запомните мои слова, когда он натирает. Роушер! Стрим, стрим заберите, стрим! Не-не, мы без стрима, брат. А, все, мы сами тогда. Давайте, батя, увидимся. Сколько они у них стоят много. Я вижу нефть, город стоит на улице. Через секунду лежит, упал. Бабские шмотки тебе не помогут. Ты транс, а я жесткий мужик.